В этом видео я покажу вам, как прямо сейчас заработать 1000 рублей, сколько зарабатываю я, и дам вам один видеоурок, как это сделать. Итак, приветствую, меня зовут Дмитрий, я обычный парень, никакой не программист, не специалист по компьютерам, и я зарабатываю с помощью самого простого и эффективного способа в интернете. Итак, хочу показать вам, сколько на нем можно заработать и что для этого требуется сделать. Давайте сначала покажу вам сервисы, на которых я зарабатываю свои деньги. Так, в первую очередь я вам покажу Яндекс кошелек. Итак, как вы видите, у меня здесь есть определенная сумма. Это 35 153 рубля. Это не баснословная сумма, как обещают авторы других популярных курсов, а реальные деньги, которые вы можете заработать. Итак, давайте я покажу вам все мои переводы за этот месяц. Как видите, почти каждый день идут зачисления на мой Яндекс кошелек. Также я снимаю деньги себе на карту, оплачиваю различные счета. В общем, поступления идут от 2 и примерно до 10 тысяч рублей почти каждый день. Давайте я обновлю страничку для достоверности, и чтобы вы убедились, что это реальные деньги. Как вы видите, все переводы на месте. Все те же суммы, все те же переводы на карту. Вот, теперь давайте я вам покажу следующие сервисы, с которыми я работаю, на которых у меня также есть деньги. Во-первых, это сервис партнерских продуктов Глопард. У меня на нем 23 309 рублей. Каждый день идут продажи. В данный момент я нахожусь на этом сервисе в топе. Сделал на этой неделе 18 продаж. Вот мой аккаунт. Каждый день происходит в автоматическом режиме продажи. Давайте я также обновлю эту страничку. Давайте перейдем к следующему сервису. Он называется Лид-Магнит. Как вы видите, тут у меня 2625 рублей. Давайте я обновлю страничку. Этот сервис мне также приносит деньги на автопилоте. Теперь давайте я вам покажу сервис, на котором я сейчас в основном зарабатываю свои деньги, вот как раз-таки на котором можно будет заработать 1000 рублей. Он называется infoos.biz. На этом сервисе у меня 3885 рублей. Эти деньги я еще сегодня не снимал. У меня здесь большое количество заказов на различные суммы. Итак, давайте я вам покажу как раз-таки тот самый урок, как здесь начать зарабатывать. Делается это буквально парой кликов. Итак, заходим во вкладочку «Покупатели». В этом разделе сервиса находится множество заявок от рекламодателей на клики. Цена одного клика варьируется от 3 до 7 рублей. Пожалуй, возьму в работу вот эту компанию. Автор платит 3 рубля 60 копеек за клик. Подам заявку на продажу моих кликов. Беру в работу, грубо говоря, 280 кликов, это как раз-таки 1008 рублей. Время укажу, допустим, ну, в 14:00 я буду отправлять. И нажимаем на вкладочку «Отправить». Еще раз на вкладочку «Отправить». Так, далее заходим в раздел «Сделки». Вижу, что сделка у меня появилась и находится на рассмотрении у автора. Когда он увидит заявку, он, скорее всего, ее подтвердит. Но я не буду дожидаться и для наглядности возьму в работу уже подтвержденный автором заказ. Нажимаем на этот заказ, скопируем HTML-код. HTML-код скопирован. Заходим к нам на сервис goodly.pro. Как видите, у меня есть 5836 подписчиков. Как их набрать, я вам расскажу в своем курсе. Вот группа подписчиков. У меня их достаточно много. Набирал я всех этих подписчиков за 3,5 месяца. Как это сделать, я тоже буду рассказывать вам в моем курсе. Итак, давайте я покажу вам, как заработать прямо сейчас денег. Нажимаем на вкладочку «Создать письмо». Выбираем группу подписчиков. Допустим, я выберу группу какую-нибудь не очень большую. Даже парочку, наверное. Удаленный стабильный RSA и удаленный стабильно поп. Тут мы нажимаем на источник, вставляем письмо, которое я скопировал с сервиса Infos.
Вырезаем тему письма, вырежем и вставим здесь в заголовок письма. Здесь несколько точек добавим, выделим это все, выберем шрифт Tahoma, размер 16, и выделим ссылочки жирным и отправим в 22 минуты, грубо говоря. Оп. Сейчас. И нажимаем на вкладочку «Отправить». И выполнено. Письмо успешно сгенерировано. Нажимаем «Ок». Ждем, смотрим, пока отправятся все эти письма. Так, также у меня здесь есть, кстати, пуш-рассылка. С помощью нее также можно зарабатывать деньги. Это 1177 человек. Давайте зайдем в рассылки опять. Сейчас в моей базе 5836 человек. Собрал я эту базу примерно за 3,5 месяца. И продолжаю собирать. Причем самым простым и эффективным способом, о котором я подробно рассказываю в своем курсе. Давайте вернемся обратно на сервис infoos.biz. Так как вы видите, здесь пока еще один клик. Я не обновлял ничего. Давайте я обновлю страничку. Как вы видите, клики пошли. Было сделано 40 кликов. Я получил за это 120 рублей. И в течение пару часов сделка будет выполнена, и я получу с нее 600 рублей. Так как вы видите, все действительно очень просто. Заказов здесь достаточно много. Один из вариантов заработка я вам показал. Весь процесс действительно очень прост. А таких вариантов в своем курсе я предлагаю 5. Три из которых работают после настройки всей системы, одновременно и на полном автомате. Мой курс называется «Бизнес-закладки». Он так называется, потому что в нем есть один уникальный файлик, который вы добавляете себе в браузер и получаете все необходимые закладки для работы. То есть и сервисы, и инструменты для работы уже будут добавлены к вам в браузер. Курс «Бизнес-закладки» находится в моей закрытой онлайн-школе. В ней на данный момент 9 подробных видеоуроков. Также со временем будут добавляться какие-то видеоуроки по новым сервисам, когда они будут появляться. В каждом уроке также есть текстовые рекомендации. Техническая поддержка оказывается в комментариях в каждом уроке, лично мной. Курс «Бизнес-закладки» защищен от пиратства. Доступ в школу происходит по специальному ключу, который я пришлю вам на почту. Если вы хотите действительно начать зарабатывать в интернете уже сегодня, то нажимайте на кнопку под видео «Получить» и приступайте к изучению моего курса прямо сейчас. Жду вас у меня в онлайн-школе!